Вперед из песней. Алматинцы борются за право участия в финале международного конкурса аналога знаменитого Евровидения. Национальный отбор «Тюрк Вижн» привлек сотню молодых талантливых исполнителей в нашем городе. Сегодня отобрано только 40 претендентов, а в Казань поедут 16 человек. Кто эти таланты, в материале Жадыры Джалдыбаевой. Завораживающий сильный вокал и песня с национальным колоритом. Победитель городского конкурса «Алматы Мжурюгимде» певец и композитор Турар Архимберлин своей песней «Асыл Арманым» намерен покорить сердца зрителей и высокое жюри конкурса «Тюрк Вижн», ставшего альтернативой Евровидению. Я считаю, что пришло время стремиться к тому, чтобы наш бизнес все-таки отошел уже от тойского, да, направления. И как-то стал больше развиваться, ближе к, там, стал к мировой музыке, уже действительно показывать параказахскую музыку уже с другой стороны. Не вот этот «Почем мы пляшем» там, да, на тоях, а именно та казахская музыка, которую ну, мировое сообщество примет. На участие в музыкальном состязании подали заявки порядка 100 вокалистов. В полуфинал прошли 40 конкурсантов, и это в основном алматинские исполнители. Теперь их творческая судьба в руках профессиональных музыкантов, среди которых Алтынай Журабаева, Ринат Гасин, Айнур Турсынбаева. Будучи еще членом жюри прошлогоднего конкурса, я заметил, и на самом деле многие оценили то, что очень много песен появилось на нашем шоу-бизнесе. Мы добрали порядка 7-8 новых хитов, которые вышли в эфир нашего телевидения. И, конечно, благодаря таким конкурсам мы получаем хороший продукт. Согласно конкурсным требованиям, в «Тюрк Вижн» могут принять участие композиции, ранее не звучавшие ни на одном из тюркских языков. После полуфинала останется лишь 16 конкурсантов. Они и будут бороться за право представлять нашу страну в Татарстане. Финальный тур конкурса пройдет в Казани уже в конце ноября. Жадыра Джалдыбаева, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы».